Челябинске завершился международный фестиваль Energy 2018. На самой масштабной площадке современных танцевальных стилей встретились лучшие танцоры из России, Казахстана, Украины, Франции и Кореи. Победительницей в номинации Hip-Hop Girl 1 на 1 стала тагильчанка Владислава Леонова. Мы туда ездим каждый год в декабре с учениками и с друзьями. Эта поездка была уже 10-я для меня. Ну, ощущение победы всегда вдохновляют, заряжают на дальнейшие тренировки, чтобы дальше тренироваться, развиваться, становиться лучше. Добавим, тагильчанка выигрывает танцевальный баттл уже в 4-й раз.